действий их не участвовала, а только работала в госпиталях старшей сестрой. Ну, вот эти госпитали. Это нужно? Нужно, да, нужно, конечно. Нужно все. Все, можно начинать, да. Я лейтенант медицинской службы, участница двух войн. В 1939 году была война с Финляндией, и в 1941 Великая Отечественная война. В 1939 году я закончила Коломенское медицинское училище, а в конце ноября началась война с Финляндией. И всех выпускников, кому исполнилось 18 лет, военкомат призвал в армию. Первые раненые поступили в Коломну, и был организован госпиталь в школе номер 9 и дворец культуры имени Куйбышева. И нас военкомат направил на работу в этот госпиталь. Но в Коломне мы работали недолго. В декабре месяце пришел приказ продвинуть нас ближе к военным действиям. И мы поехали на север. На севере остановились под Мурманском, город Кандалакша. Развернули госпиталь и стали принимать раненых. Кроме раненых, много поступало с отморожением, потому что температура была минус 40. Война с Финляндией была короткая, но жестокая. Финны к ней хорошо подготовились, хорошо ходили на лыжах, много было подготовлено снайперов. Они привыкли к суровым морозам, хорошо знали местность, и тяжело было нашей советской армии. Война с Финляндией продолжалась недолго, 3 месяца. И в марте 1940 года было перемирие, и война закончилась. В мае 1940 года мы вернулись в Коломну. Но в Коломне мирная жизнь продолжалась недолго. 22 июня было солнечное, теплое утро, и коломенцам обещало хороший отдых. Вдруг в полдень центральное радио, прервав свои обычные передачи, сообщила, что фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на нашу родину. Весь советский народ узнал, что немецкие войска утром перешли границы Советского Союза. И началась Великая Отечественная война. Город сразу паник, выходной был забыт, все пошли на митинги. Митинги проходили на всех заводах и в военкомате. Анна Ивановна, а вот непосредственно вы речь вот Вячеслава Михайловича Молотова слышали вот сами? Слышал, да. В 12 часов дня в городе на Большой улице, вот эта Октябрьская улица называлась Большой, на Большой улице висел напротив Белого дома, он не белый, а красный дом раньше был. Вот там висел репродуктор. Анна Ивановна, а вот речь товарища Сталина от 3 июля 1941 года вы слышали? Это какого числа? 3 июля 1941 года. 31. Это не помню. Сталин не знаю, но Молотова вот я слышу. Анна Ивановна, а какое впечатление произвело вот это сообщение тогда на вас? Ну, я вам сказала, что город сразу паник. Ну, выходной день был забыт, это было воскресенье, выходной день. И сразу все отправились, кто пошел на работу, расчет брать. Потому что в апреле месяце все военнообязанные были вызваны в военкомат.
И уже нам заранее вклеили мобилизационный листок. Каждый знал, куда, когда, после объявления войны он должен явиться. Вот мы, например, должны были явиться через сутки на сборный пункт в школу номер 3 с вещами. Вот это такое объявление. Анна Ивановна, а расскажите, пожалуйста, вот в каких непосредственно операциях, ну, битвах вам пришлось участвовать? Ну вот дальше, да? А, значит, многие девушки, женщины шли в военкомат с просьбой зачислить их в действующую армию, сражаться за Родину. Во время Великой Отечественной войны во всех родах войск участвовали женщины, но самое большое количество – это было медицинских работников. Здравоохранение быстро перестроило свою работу на военный лад. Медсестры, которые окончили школу до войны, было недостаточно. Поэтому повсеместно были организованы курсы по подготовке медицинских сестер. За время войны было подготовлено 17 тысяч, 11 тысяч отправлены на фронт, остальные работали в госпиталях. Страна нам доверила самое дорогое – это жизнь наших защитников. И медицинские работники это доверие оправдали. 70% раненых вернулись в строй. Анна Ивановна, вот мы видим, у вас много наград. Вот расскажите, пожалуйста, вот за какие заслуги вам вы получили их? Ну, Орден Красной Звезды я получила за добросовестный профессиональный труд. А вот какая самая дорогая для вас награда из всех этих вот медалей, орденов? Ну, из боевых это Орден Красной Звезды. И Орден Отечественной войны второй степени. Анна Ивановна, как вот вы воспринимали то, что вот Красной Армии в начале войны приходилось отступать от границы? Первые дни войны меня на военкомат направил в подмосковный госпиталь. Затем меня перевели в школу номер 3, там был госпиталь. Там госпиталь формировался на 200 коек, и меня зачислили старшей медицинской сестрой. В госпитале на станции Галутин погрузился в эшелон, и мы поехали на 3-й Белорусский фронт. Наш госпиталь двигался по фронтовым дорогам. Участвовали при взятии городов Можайска, Вязьмы, Смоленска, городов Прибалтики, городов Восточной Пруссии и взятие Кенигсберга. Ну, Анна Ивановна, получается, вы непосредственно с 41-го года участвовали, да, в боевых действиях? Да. И получается, что под Москвой тоже, да? Под Москвой не были. Госпиталь в Песках, он не относится, наверное, к московской. Ну как же, как раз относится. Относится. Да. Анна Ивановна, вот когда немецко-фашистские войска подошли к Москве, что вот вы знали непосредственно вот о положении на фронтах под Москвой, что-нибудь знали? Знали, как же, мы все время слушали, что немец приближается к Москве. Мы видели, как эти сибирские войска ехали на поезде, пешком шли. Все движение было под Москву. Анна Ивановна, а как вот вы воспринимали, ну, восприняли, может быть, сообщение о том, что вот немцы уже вплотную подошли к Москве? Ну, как восприняли?
Работали мы, раненые ведь у нас были много. И работали, верили, что это временно. Были уверены, что победа будет за нами, что мы победим. А что вы почувствовали, узнав вот, ну, по радио о контрнаступлении под Москвой? Ну, были все очень рады. Во-первых, все раненые были очень рады. В том числе и мы. Вот мы тут узнали, что действительно первые победы – это под Москвой. Анна Ивановна, а расскажите вот о своих непосредственных, наверное, ну, не командирах будем называть, а, наверное, начальники, может быть, госпиталь или еще о ком-то. Вот. Ну, что о них сказать? Что о них рассказать? Ну, не знаю, чем вам они запомнились, может быть, в какие-то моменты вот интересные, то есть. Ну, я во время войны была секретарем комсомольской организации. Руководила этой организацией замполит госпиталя. Был подполковник, боевой товарищ. Ну, вот под его руководством почти весь личный состав были комсомольцами. И все работали под его руководством. Вот я его хорошо помню, что какой был ответственный человек. Анна Ивановна, вот расскажите, вот кого вы и ваши, ну, товарищи считали во время войны вот наиболее выдающимся таким вот военачальником? Вы, наверное, знали такие имена, как Жуков, там, Рокоссовский. Жуков знали. На Третьем Белорусском фронте Черняховский был. Черняховского знали. То есть, как бы, знали в основном всех таких вот высоких военачальников все, да? Ну, знали, конечно. Полководцев мы знали. А вот такой вот вопрос. Изменилось ли вот, как сказать, ваше отношение к этим полководцам вот, ну, на сегодняшний день? Или же оно остается таким же, вот, как и было тогда? Ну, мы о них, конечно, только хорошие знали, как боевые товарищи. Полководцев ведь было много. Ну, были в них уверены, особенно Жукова. Анна Ивановна, какое вот было вот ваше отношение непосредственно вот к личности Иосифа Сталина? Ну, в Сталина мы очень верили. У меня за комсомольскую работу было награждено, я почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. На этой грамоте было написано «За Родину, за Сталина». И мы в Сталина очень верили, что победу только под его руководством можно победить. Анна Ивановна. И до сих пор. Анна Ивановна, вот на фронте были люди вот многих национальностей со всего Советского Союза, ну, непосредственно в вашем госпитале, наверное, лечились. Вот что, по-вашему, вот всех этих людей, вот огромных, ну, большого количества национальностей объединяло на фронте? Ну, когда был Советский Союз, и все национальности соединялись в одну семью. У нас, конечно, никакого различия не было. Национальности были всякие. Ну, в госпитале раненые. Ну, мы понимали, что раз они к нам поступают, значит, они там в строю воюют все вместе. Это была дружба, конечно. И кончилось вот Рейхстагом, что флаг водрузили грузин и наш русский солдат. А вот какие-то, может быть, непонимания, конфликты вот на национальной вот этой почве случались? Никогда, никогда. Мы даже не различали, кто поступил, какой национальности. Белый, черный.
отношение было ко всем одинаковое. Да. Анна Ивановна, верили ли вы в Бога до войны? Нет. Не верили? Нет. А повлияло, вот, может быть, ваше участие, вот, ну, не непосредственно в боевых действиях, а вот все равно вот на службе, в госпитале, вот на отношении к религии? Нет, тогда о религии вопрос никакой не стоял. Анна Ивановна, на фронте вот, ну, как-то бывает так, случалось такое вот тяжелое положение, то наступление, то отступление. Вот как вот у вас поддерживалась воинская дисциплина, вот, даже непосредственно в госпитале? Ну, мы были все военно обязаны, и, ну, дисциплина была, конечно, на высоте. Работали очень много. Иногда поток раненых шел круглые сутки. Госпиталь был на 200 коек, а принимали в 7 раз больше. Поэтому весь персонал в это время работал по 20-22 часа, и никто не уходил с работы до тех пор, пока не обработаем последнего раненого. Анна Ивановна, вот известно, что вот летом 42-го года на юге вот у нас сложилась тяжелая обстановка на фронте. Немцы вот к Сталинграду прорывались. И вот как вы думаете, какую роль сыграл вот приказ товарища Сталина номер 227 «Ни шагу назад»? Ну, я считаю, что это правильный был приказ. Потому что позади была Волга. Отступать было некуда. Благодаря вот этому, может быть, дисциплине в армии, приказам всяким, мы и победили. Ведь в самом деле не отступали. Анна Ивановна, вот я не знаю, может быть, вы не сможете ответить на этот вопрос. Но вот вы непосредственно, наверное, не сразу же, ну, в освобожденные города, да, наверное, прибывали там за... По мере движения, ну, к фронту. Да, вначале его освобождали, потом мы въезжали. Вот скажите, пожалуйста, как вот люди к вам относились? Не вот было когда никого. Вот... Никого не было. В освобожденных вот этих деревнях, городах никого мирного населения не было. По-видимому, они были эвакуированы заранее. А вот, Анна Ивановна, если вспомните, может быть, расскажете, вот когда и в какие города, в городах это было? Вот если припомните. Ну вот я вам сказал, какие мы города освобождали на пути. Вначале вот шли по нашей территории, а потом войска прошли, пришли в Прибалтику. И мы там в Прибалтику тоже занимали, в городе Вильнюс. Анна Ивановна, а непосредственно в Европу, вот туда, то есть Болгария, Польша, там, Германия, вы туда не попали уже? Я была в Германии в 47-м году, после войны у меня была загранкомандировка. Город, военкомат мне прислал командировочные предписания. Германия, Берлин на 3 года. Вот так. А потом войну в Восточной Пруссии мы были. Это тоже часть Германии была, пока взяли Кенигсберг.